Всем привет! Сейчас я вам покажу упражнение для рук. Эти упражнения мы будем делать стоя. Стали в исходную позицию, пятки вместе, носки врозь. И поднимаем руки наверх, соединяем и вниз. Соединяем внизу наверх и вниз. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Обязательно собираем и внизу, и вверху. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И последний раз. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вздохнули, натянули руки вниз, ладошки на себя, плечи давим вниз, стоим, шея длинная. Встряхнули руки. Теперь руки в стороны. И мы будем поднимать наверх и вниз, наверх и вниз, наверх. И вниз, наверх и вниз. 5, 6, 7, 8. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И последний раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Натянули руки вниз, стоим, отдыхаем. Потрясли. Раскрыли руки в стороны. Как можно дальше завели за себя и пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Последний раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Потрясли руками. Эти упражнения вы можете делать как сидя, так и стоя. Делайте их раз в день, и вы почувствуете, как ваши руки укрепляются.